Женский бокс в России становится с каждым годом все популярнее. Такая отнюдь не дамская борьба интересует не только юных девушек, но и взрослых женщин. Здесь, в Приморье и на Дальнем Востоке, этот вид спорта тоже любят. Только на одном ринге традиционно встречаются около сотни соперниц, хотя буквально лет 10 назад в бой решались выходить лишь единицы. Ну, во-первых, очень подрос женский бокс. Очень много женщин. Видите, 110 участников приехало с 8 регионов. Весовые категории и тяжи есть, девочки большие, и с 40-48 килограмм начинаются девочки. Чемпионат Дальнего Востока последние несколько лет собирает во Владивостоке сильнейших представительниц бокса в округе. Обычно основная борьба разворачивается между главными и давними соперниками вроде Приморья, Якутии и Хабаровска. Но в этот раз особую изюминку и непредсказуемость добавили состязаниям новые гости из Бурятии и Забайкальского края. Приморцы как хозяева представляют здесь самую многочисленную команду – всего 37 девушек. И состав для наших соперников неутешительный. Здесь и призеры России, и Европы, и даже мастера спорта. В прошлом году выиграла этот турнир, отобралась на первенство России, где заняла 5-е место, провела первый бой, выиграла во втором бою, проиграла. Бокс – это жестокий вид спорта, потому что даже наш тренер говорит, что мы должны боксировать как мужчины. Поболеть за своих коллег и земляков на дальневосточный чемпионат приехала даже легендарная находкинская боксерша Мария Еворская, которая отметила небывалый профессиональный рост молодых спортсменок. Очень много девочек стало выступать на соревнованиях. Смотришь периодически мероприятия, как бы то время, когда занималась я, было, конечно, поменьше. То, что еще олимпийский вид спорта сделали, да, к сожалению, там пока несколько весов только. Но если сделают полностью все весовые категории, я думаю, будет девочек еще больше. Отбор на чемпионаты первенства России жесткий. Возможность представлять Дальний Восток на этих состязаниях получат только победители в своих весовых категориях. Они, к слову, будут выявляться в течение 4 боевых дней. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на 8.